центральной библиотеке города Каспийска имени Фазо Алиевой состоялось очередное заседание клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Данный клуб создан библиотечной системой имени Фазо Алиевой и движением Матери России Республики Дагестан в 2017 году с целью воспитания патриотизма, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и сохранения памяти о героях, которые с честью выполняют свой долг. И сегодня темами нашей встречи станут это день Черноморского флота на волнах славы и день пограничника, там, где начинается Россия. Почетными гостями встречи стали заместитель главы города Каспийска Гусейн Ункилов, участники СВО, председатель профсоюзного комитета пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, участник афганских событий Вагиф Хсейханов, председатель Совета ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения боевое братство Магомед Ариф Якубов, председатель Совета старейшин Ганифа Джабраилов, юные члены клуба молодого патриота Отечества, юнормейцы школы номер 3, 5 и 1 и многие другие. Это такое мероприятие, которое проводится в этом клубе патриотического воспитания нашего. Пример для того, чтобы показать пример для подрастающего поколения. И всегда помнить, не забывать наших пограничников, наших моряков и всех, кто служит, отдает дань уважения, защищает нас, нашу великую Родину. Началось заседание традиционно с гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан. Ведущие отметили, что Черноморский флот – это оплот морской мощи России, гарант ее безопасности на водных просторах, а пограничные войска – это первый рубеж обороны нашей страны, щит, защищающий ее границы от любых посягательств. В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения грамот, в ходе которой заместитель главы города Каспийска Гусейн Ункилов вручил грамоты от главы города в адрес пограничного управления. Для всех гостей встречи прозвучали музыкальные композиции в исполнении Юлии Козловой «О море, море», «Зеленая фуражка» и «Пограничные войска». Отметим, что юные члены клуба исполнили патриотические стихотворения о мужестве и героизме. Выступающие гости подчеркнули, что библиотека, как хранитель знаний и культурных ценностей, всегда уделяла особое внимание патриотическому воспитанию. Завершилась встреча вручением грамот и совместным фото.